Всем привет! Как правильно пользоваться автозагарами, чтобы не превратиться в жирафика, в пятнышко, в морковочка, и чтобы он лег равномерно? Да, мы прекрасно знаем, что солнце очень вредно для нашей кожи, и загорать уже не стало так модно, так же, как и солярий, но все же скоро наступит период, когда нам нужно будет снимать колготочки, ходить. Это в Краснодаре сейчас будет тепло, не знаю, как у вас в регионах, но меня всегда вот смущали такие белесые, синие ноги. И поэтому я всегда начинаю свой сезон с автозагаров, но ими нужно научиться правильно пользоваться. Также важно, какой автозагар вы используете. Уже на протяжении многих лет, и это проверенный автозагар, вот такой вот Oriflame. Ну да, вы знаете, я фанат этой продукции, как может быть другое. Я слышала много отзывов, что все, кто-то становился оранжевыми, когда другие использовали автозагары. У меня никогда такого не было. Это крутейшие автозагары, многие на рекомендейшн пишут, что это один из самых лучших автозагаров. Как им правильно пользоваться? Да, чтобы не быть в пятнышку, и вы переживаете, как же он будет у вас работать. У вас, может быть, был опыт плачевный с другими автозагарами, никогда его не применяйте просто, побрызгав сразу. Первый раз, первое использование, вы должны понять, насколько оттенок будет работать с вашей кожей. Поэтому все очень просто. Наносите много крема, брызгаете этот автозагар на руку, перемешиваете и наносите. Не ждите, когда придет тот самый период, когда его нужно срочно носить. Начните использовать его прямо сейчас, чтобы посмотреть, как он работает. Нанесли, посмотрели, какой оттенок. В следующий раз добавьте меньше крема, больше спрея. Нанесли, посмотрели, потому что любой загар, он ложится на степ-бай-степ, да, по шагам. Вот, и важно, пока не забыла, обязательно после автозагара нужно помыть ручки, иначе они будут у вас оранжевого цвета. Далее, когда вы будете наносить уже на все тело, вы посмотрели, оно что все замечательно, да, желательно, чтобы вам кто-то помог, растер вас спину, вот эти области, подмышки, чтобы не были какого-то там вот такого пятна. Для меня автозагар, в основном, я пользуюсь на ноги, я его наношу, чтобы красивые были ножки. Так для тела как-то руки быстро загорают. Если вы хотите автозагар нанести еще на лицо, чтобы работало, то также в свой дневной крем аккуратненько перемешали, чуть-чуть добавили спрейчика, нанесли его. Обязательно обработайте зону ушных раковин, шею, затылок. То есть прям чуть-чуть капельку посмотрели, проявился крем, посмотрели где-то через от 15 до 3 часов проявляется этот автозагар. Посмотрели, как он работает, в следующий раз добавили еще немножечко спрея. То есть вот этот спрей универсальный. Этим спреем я активно пользовалась до беременности, когда носила активно ми-юбки, шорты. Сейчас же хотела посмотреть, как работает спрей, поэтому чуть-чуть его добавляла, наносила. И знаете, мне эффект понравился. То есть легкий-легкий оттенок такого загара есть. Вот в следующий раз, после того, как я приму тушь, я попробую его нанести, добавив чуть меньше крема для тела. Следующий лайфхак. Обязательно перед тем, как будете использовать такой спрей, сходите в ванну, возьмите щетку и хорошо отшелушите вашу кожу. Если нет щетки, можете солью, солью натереться, либо скрабиком, но чтобы у вас не было мертвых клеток. Если вы наносите на ноги, то обязательно уделите зоне коленок, под коленочками, потому что там может спрей взяться более интенсивно, либо менее интенсивно. В общем, если вы наносите с кремом, я вам гарантирую, никаких пятнышек не будет, будет очень равномерное нанесение. Это я вам уже перестраховала, чтобы у вас прям вот минимальнейшая доза этого автозагара была. Ну и потом будете дозировать в зависимости от того, какая у вас кожа. В общем, этим спреем пользоваться очень-очень легко, и эффект реально классный.